Добро пожаловать на канал Мусалим. Сегодня у нас в работе автомобиль Hyundai Solaris. На данном автомобиле мы будем сегодня делать полную шумоизоляцию. Будем проклеивать багажник, двери, пол, потолок. Соответственно, разобрали все. Сняли обшивки, стойки. Вытащили сиденья, ковры. Поверхность, на которую будем клеить материал, мы будем обезжиривать. Материал у нас прогревается в данный момент. Его будем прокатывать на горячую валиками. Приступаем к работе. Проклеили первый слой в дверях. И второй слой. Также первый слой на потолке и второй слой. Первый слой проклеили в багажнике, пол, арки крылья, пол в салоне. Проклеили второй слой в багажнике. И также пол в салоне. На этом работа по проклейке у нас закончена. Дальше нам остается только сборка автомобиля. Закончили сборку салона. В конце мастера свою работу все проверили. На этом наша работа по шумоизоляции автомобиля Hyundai Solaris закончена. Всем спасибо за просмотр этого видео. Оставляйте комментарии. Всем пока.